Всем привет, с вами Матой. Сегодня мы играем в Pro Automobile Simulator. И сегодня я сделаю обзор на автобус ПАЗ-3203. Ну, пазик, который ПАЗ-3204, просто немного укорочен. Сразу смотрим колхоз. Первое, можно ковер повесить. Второе, поменять решетку, но мне это приятно. Там еще что-нибудь сделать. Можно сзади налепить вот такой рекламный баннер, но он нам не нужен. Табло нам нужно. Можно сделать кондей, который не должен быть. Седьмое, восьмое и девятое налепим. А, ну еще он немного вмятен. А, сразу еще хочу сказать. Все, можем ехать. Может будет Т-70. Ну, для Москвы немного, ну, автобус маловат. Послушайте этот звук поворотников. Ребят, я этот запомнил звук хорошо. Он обычно из Тайвана ПАЗ-3204. Не знаю, почему в игре не сделано. Да погнали, погнали, погнали. У меня тут трудно, значит, я пытаюсь выровнять, чтобы был не наизнанку. А тут зеленый загорелся. Видите, водитель маршрутки. Главное не цепануть лансер. Посмотрите, как идеально захожу в повороты. И, конечно, я там не знаю, какая. Ну, ладно. В заднюю дверь войдете? Да, все в заднюю. Так, окей. Давай. Там еще можно водительскую дверь открыть со звуком обычной двери, которую открываем. Ребята, что руль наизнанку, это как-то нереалистично. Особенно в Питере как-то. Я не припоминаю никогда, чтобы в Санкт-Петербурге были рули наизнанку. У нас все обслуживают. Я не знаю, как там насчет других городов. Ну, в моем городе так особо не помню, чтобы были. Ребят, как раз под Питер. Питер авто. Давай. Давай, я верю. Видите? Вот я недавно ездил на газельке. Да, на газель Рута даже. 25D. Я не забрался на эту горку. Вот не знаю. Пазик он как-то с этим сбирается легко. Разбирается легко. Да, печание, ребят, прям вызывает ностальгию. Но я все-таки больше на маршрутах припоминаю 3204. Все-таки ПАЗ-3203 это все-таки такое было откровенная редкость. Но ПАЗ-3203, как видите, в окрасе Питеравто, и только такие я помню от Питеравто довольно. Но я помню всегда, что Питеравто, если это дублер третьего парка, это вот будет вот это. Посмотрите, едем 86 по городу. Это не нарушение же. Окей. Можно фары включить. Фары мне даже как-то поуютнее. Вот они дорогу только портят. Ну ладно. Так, ну вот видите, неудобно, приходится рулем шевелить, чтобы не увидеть. Чтобы увидеть мне вот мой индикатор поворотника. Допустим, когда... Слишком вот сейчас начинает. Ну, допустим, если я здесь начну поворачивать. Видите?
Это надо вот так немного-немного подворачивать руль. Все-таки лучше автор, я лучше все-таки... Да, ребят, я не помню, что в Питере прям было много вот таких рулей. Я все-таки помню большинство рулей от автобуса ПАЗ-3204, чем вот от этого, вот такой. Да, мы, конечно, все-таки очень быстрые. А вот это мне напоминает, что скоро будет конечная автобуса Е30. Потому что... Да, ребят, мы доехали до конечного автобуса Е30. Ну, ребят, я катался так, ребят, на Е30 и помню. Ребят, сразу говорю, тут сделаем вот давайте высадку, если кто захочет. Кто не захочет, тогда отправляем в полет. Кто хочет, может потерпеть разворот, так что я поеду на разворот. Переходи на метан. Я никогда не помню, чтобы эти были автобусы у нас в Питере на метане. Если Питеравто так заводится, почему он снизу не ставил баллоны? Я всегда слышу звуки дизелька. Но не вот такие. Ну и не такие, ребята. Они точно были не такие. Пойдем в обратную. Сейчас только посмотрим, будут люди это выходить. Ну, смотрите, автобус немного пустой, нормально. Ладно, поедем обратно. Что, ролик на 8 минут, ну ладно, на 6. Все-таки, ребят, я лучше, ребят, сгоняем в две стороны, как это мы делаем. Короткий маршрут, гоняем в две стороны. А посмотреть, пассажир на 99% довольны, значит, может, что-то им не делали не то. Хотя мы особо не врезались, может, на яме какой-нибудь что-то им не понравилось. Ну, хочу сказать, ребят, автобус довольно резвый. Так, поворачиваем. Видите, прям вот, видите, как я к этому автобусу отношусь. Гоняю точно так же, как на ПАЗ-3204, но немного порезвее, конечно. Но это понятно, он немного поменьше. Я вообще молчу о какой-то аэродинамике в этих автобусах. Кстати, вот такая решетка мне больше запомнилась, чем вот такая. Ну, вот такая это прям некрасиво. Вот это да, красиво все-таки и более запоминающаяся. Посмотрите, руль, вот, допустим, на повороте, типа, вот эта руль, он у нас, типа, наизнанку, ну, и кажется, что мы сейчас будем поворачивать, но нет. Типа, у ПАЗов всегда такие были на рули наизнанку, но, ребят, точно не в Санкт-Петербурге, потому что у нас, ребят, наша столица, северная столица, знакома, известна тем, что за всем следят. За плиткой на площади никогда не бывает грязной. Ступеньки хорошие, все хорошо сделано. Нечему придраться. Понимаете? Так, вот сейчас я слышал, что мы что-то задели, реально были пассажиры недовольны. Как реально? Вы должны были быть недовольны. Конечно, мы что-то задели. Чё? Так, ладно.
Набили наш маршруточку. Так. Самое замечательное. Открыто. Открыли быстро светофор. У нас тут едет депутат на пазике. Успею? Успел. Только немного нарушил. Но ничего, для маршрутки это нормально нарушать. Ну и вот тут давай, вот здесь конечно. Вот давай еще вот так заскриншу еще. Самое то для... Другое дело. Во-во-во-во. Вот так. Могу поставить этому оценку, этому опазу. Все-таки, ребят, все-таки надо дорабатывать там. Также девятку. Ребят, все-таки да, ребят. Я стараюсь все-таки ставить такие модели. Как... Ну, ребят, вот, ребят, хоть это автор перенес вот эту эстетику пазов, то, что у них всегда рули наизнанку. Ну, ребят, ну, это все-таки неприятно, ведь такой тоже руль какой-то. Он неприятный. Да и, наверное, все-таки, наверное, создателю мода надо все-таки доработать его как-нибудь. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока.